Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть вам канал Артём Гейм. Он снимает видосики по мазингу, про казино, разные фракции и так далее. Ссылочка будет в описании, обязательно подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазинг Ролеплей. Итак, чуваки, думаю, по названию ролика вы догадались. Как вы знаете, мне дали бан, то есть смягчили наказание до 15 дней бана. И, блин, я решил, что 2 недели без амазинга будет для вас жестко, и вы это не одобрите. Поэтому я решил начать новую жизнь, временную жизнь, так сказать, пока меня не разбанят. Возможно, буду потом на этом аккаунте тоже снимать, ну не знаю, посмотрим. Смотрите, вот такой у меня теперь будет ник пока что здесь. Кирилл Красава. Там ник и номер моего телефона будет еще в описании от этого аккаунта именно. Чтобы знали, у меня здесь 2-й уровень. И подписчик мне подогнал 200 тысяч. Его канал, кстати, вы видели в начале видео, как бы, если что. Поэтому подписывайтесь на его канал обязательно. Вот, 472 тысячи у меня в банке лежит. А, не, вот, 475 тысяч у меня в банке лежит. Короче, вот мой номер, 47, 23, 72. Ну, я просто какой не был занят, выбрал, и все. Я сейчас в подъезде живу. Пацаны, смотрите. Я буду пока на этом аккаунте играть, пока меня не разбанят. Там все дела. В принципе. Я хочу себе купить Lexus. За 1 миллион Lexus. У меня сейчас 472 тысячи. Я буду копить деньги. Транспорта, понимаете, у меня нет. У меня чисто квартирка и все. Транспорта у меня нету, но я хочу накопить на Lexus, пацаны. Блять. Сука, почему он не мой, блять? Ну почему он не мой, пацаны? Я хочу себе Lexus вот такой вот. О, это Naked Grandes. Лол. Он купил себе Lexus. Это, кстати, мой хороший знакомый, но... Лол, он Lexus купил, серьезно? Вот засранец, блин, я хотел себе Lexus. Ну да ладно, ничего страшного. Минуточку внимания, хочу выставить группу проекта Felix and Roleplay. Здесь проходит конкурс. Проект, по-моему, недавно открылся, поэтому, кому интересно, ссылку я оставлю в описании. Также здесь есть мой промокод KirillGame, при котором, когда вы активируете, получите 150 тысяч. Так, погнали, возьмем скутер пока что. В принципе, потому что я хочу доехать куда-нибудь, поработать, возможно. Блять, лагает чуть-чуть, видите? Ну, это баг, в принципе, игры, эти деревья лагают. Это нормально, пацаны. Это норма. Сейчас добежим до скутеров на водолазах. Сейчас онлайн, кстати, 230. Блин, 10 часов утра. Ну, 9 по Украине, а 10 по МСК. И онлайн довольно-таки неплохой, я вам скажу. Довольно-таки неплохой онлайнчик. Кто, кстати, может помочь мне деньгами? Блять, братом будет в комментариях писать, что я потрачу деньги. Я скотина, блять. Ну ладно, чуваки, короче. Кто может нам помочь деньгами, возможно, пишите мне в ВК. Потому что, блин, я очень хочу накопить на Lexus. У меня на него большие планы, пацаны, большие планы. Поэтому, в принципе, пока мой аккаунт в бане, у меня появилось много идей, кстати, насчет Lexus именно этого. Поэтому, кто сможет помочь мне деньгами, то буду очень благодарен. Так, кстати, скутер. Скутер, блин, давай. Хоп. Давай, давай, давай. Что я бани хоббить, пацаны, разучился. А, мне же анимация не стоит даже. Я уже забыл. Так. Арендуем скутер. И давайте поедем, не знаю, на какую-то, возможно, работу. Сейчас посмотрим, что тут у нас такого есть из работ. Ну, блин, наверное, больше всего на грузчиках, наверное. Не, на ферме, понятно, больше всего платят. У меня, кстати, 2-й уровень. Сколько мне, кстати, до 3-го осталось уровня, мне интересно. До 3-го уровня мне осталось... 4, по идее. Ну, нормально, чё. Возможно, когда я получу уже 3-й уровень, я пойду в какую-то фракцию. Не знаю, в какую, правда. Но пойду в какую-то, наверное, фракцию. Почему, кстати, я не играю с аккаунта Кирилл Путбулов? Потому что он в Деморгане. И потому что... Ну да, там 6-й уровень, но я решил начать чисто с чистого листа, так сказать.
буду именно рыжиком, потому что на том аккаунте 6 уровень, а здесь, видите, я с нуля развиваюсь, как бы, и мне будет поинтереснее, как бы, ощутить все то же самое, как развиваться с нуля и так далее. Ну, там, не подписчик подкинул денег, но все равно, как бы, ну, это лучше, чем 6 левела начинать там, потому что 6 левела дальнобойщики доступны, а так будет поинтереснее, пацаны, развиваться, работать и так далее. Так, вот я приехал уже, заныкаем скутер пока что. Так, чисто без палева. А, ну тут скутер есть, ну ладно, похрен. Я ж не мажор, блядь, скутер два раза арендовать. Пацаны, сами понимаете. Поэтому надо поработать. Жалко здесь не платят, как на УБТ сидели, 200 тысяч за ящик. Было бы нормально, да? Я бы уже давно накопил бы на Lexus себе. Но, увы, пока что у меня даже 500 тысяч нету. Ну, было у меня 500 тысяч, я сдал на права. Потом... Что я еще? Купил телефон, сим-карту, квартиру арендовал. Ну и все, в принципе. Я ходил в казино 100 тысяч, в итоге просрал, потом обратно их вернул. Короче, не варик. Казино не варик, пацаны. Лучше я буду работать там, не знаю, за доню, если будут бабки. А так, казик это вообще не варик. Так, я несу 10 ящик. Интересно, сколько это 10 ящиков? Сейчас X2, по идее. Так, сейчас я ящик отнесу, гляну, я не помню просто. Да, X2. Сейчас посмотрим, сколько нам за ящик, за 10 ящиков заплатят, в принципе. Нереально интересно, сколько же заплатят. 2000, пацаны, не дурно, не дурно. Блин, надо будет поработать здесь, короче. Но я не думаю, вам будет... Не думаю, что вам будет интересно, как я здесь там час-два работаю, в принципе. Бля, мой скутер пропал. Сука. Блядь, придется арендовать новый. Хрен с ним. Так, арендовать. Все, погнали. В принципе, погнали. 14 дней вы будете, в принципе, смотреть этот аккаунт. Не знаю, будет часто выходить серии или нет, потому что, блин, я особо не знаю, что снимать. Вот мне нужен Lexus, пацаны, и серии попрут. Потому что, блин, я думаю, вам не сильно будет интересно, как я, бля, постоянно работаю. Я думаю, это не будет особо интересно, поэтому... Кто реально может помочь с бабками, то, в принципе, пишите в ВК, даже там 100 тысяч, 50 тысяч, я буду очень благодарен. Потому что, блядь, ну, я хочу Lexus, пацаны. Я, блядь, ёбаный хуй. Блядь, первый раз вот такая хрень происходит, конечно. Это было так реалистично, блядь, кому-то, знаете, в реальной жизни вы, блядь, на скутере едете, как въебались, блядь, в камень, блядь, улетели. Оп, все, погнали дальше. Такая более была информативная серия, что, блин, серии будут выходить. Все-таки ник мой можете, там, не знаю, запомнить, можете не запомнить, там, регаться на него, возможно. Ну, на этом у меня все, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north.